Пойдем с другой стороны. Надо было взять все-таки свою масочку. Противогаз. Да. Очень. По кладовке, да? Типа того. Я не знаю, зачем здесь хранят аргамаки. Потому что... Все? Да, воняет страшно. Вон еще говно. Там. Ой, блин, паутина. О! Когда все в говне. Трубы со времен царя Гороха. Где-то тут еще должна быть щель. Хочешь найти, да? Тут ничего не видно. Не, ну, это не выход, это вот такая вот отопительная система. Чудесно. Идет новый кранчик, который ведет в старый кранчик. Идем дальше. Какого года дом? 89-го. 89-го. Не так давно, блин. Где хоть еще одна дырка? А вот мы пришли. Ё-моё! Твою мать! Ветерок. Фу. Здесь пахнет. Иди сюда. Прекрасный восточный бриз. А вот это та самая канализация. Вот получается из унитаза она идет. Вот это вот выводит. Это прям в твоей квартире. Это в моей квартире, да. Смотри сюда, вот он, знаменитый деревянный березовый чопик, который закрывает это все. Безобразие, в каком его году установили, непонятно. Наверное, еще до моего рождения. Вот на этом всем мухи летают прям, дополняют всю картину. И все это идет туда. С той стороны мы сняли и уже помним, что там труба отвалилась, течет говнецом.